Здравствуйте, это программа «8 вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. А сегодня программа будет особенно задорной, потому что у нас в гостях ведущие утреннего шоу «Лимонад» на радио «Лемма», Константин Белецкий и Татьяна Митр. Ого, веселье. Утренний бодрячок. Ну, не надо, вы просыпались гораздо раньше сегодня, я знаю. Поэтому расскажите мне, вот откройте мне этот секрет, во сколько нужно встать, чтобы успеть к 7 утра на утреннее шоу. Встать необходимо рано. И если вы хотите приехать на работу к 7 утра, чтобы уже бодрость свою нести, то необходимо в 6 часов уже думать о том, чтобы проснуться. Я догадываюсь, что вы делали очень многое на радиоэфирах, но не делали одного. Наверняка никогда не готовили. Пельмешки варили, мы, знаете ли, это в чайничке. Нет, ну в чайничке там, это уже, знаешь, мы... На следующей передаче давайте расскажем. Ну, я предлагаю попробовать блюдо нашей программы. Это ризотто. Ризотто. Да. И я думаю, что если вы не готовите дома, то сегодня вы обязательно научитесь это делать. Ризотто? Вы будете учиться готовить не ризотто, а другое блюдо. Ризотто? Пробуйте, не стесняйтесь. Прям можно есть уже, ризотто? Да? Конечно, да. И это все? Бери и пробуй, да. А тут есть... Я подержу вилку. Не стесняюсь есть при людях. Может, ты камеру убирать, пожалуйста? А тут есть и черные рисинки неспроста, потому что ризотто на фоне Валдини. Этот ризотто ле альденте. Знаешь, что такое альденте? Я знаю, а ты? Нет. А я думал, ты сейчас нам расскажешь. Альденте — это когда ты не готов. Я постоянно приезжаю на радио альденте. Таня приезжает готовая. Ты таких секретов не раскрываешь. А я приезжаю альденте. Как блюдо, вам понравилось? Да, это ризотто. Таня. Интересно, где готовят такое шикарное блюдо? Где готовят такой шикарный ризотто? В ресторане «Огонек». Огонек ризотто вообще. Вкусно. Серьезно? Понравилось точно? Естественно. Перфекто, брего. Ну, значит, я предлагаю пока продолжать его дегустировать, а тем временем наш шеф-повар расскажет секрет приготовления этого чудесного ризотто с морепродуктами. Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» – ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям, и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим жульен и ризотто с морепродуктами. Для ризотто нам понадобится рис арбория, сельдерей, лучок, чесночок, немножко розмарина. Немножко прогреваем печь. Сначала мы делаем заготовку. Называется ризотто бьянко, белое ризотто, то есть основа основ. Добавляем немножко оливкового масла. Сейчас добавляем сельдерей, немножко чесночка. Я его не режу, а давлю, потому что мы его будем вытаскивать в дальнейшем. И немного лука. Режем все крупно. Некоторые режут мелким кубиком все, чтобы потом оставить в ризотто. Мы будем это убирать. Сливочного масла. Теперь мы добавляем наш прекрасный рис. Овощи отдали свой аромат. Совсем немножко. Уже добавить немного температуры, чтобы рис у нас впитал все запахи. В этот момент добавляем немного розмарина. Вы увидите, когда ризотто будет уже обжаренное, оно становится немножко прозрачным. Тогда будем добавлять белое сухое вино. Сейчас мы будем заниматься выпариванием продукта. Это займет где-то 5-10 минут. Если вино выпарилось, можно добавить бульон. Если с морепродуктами, рыбный бульон. Если мясное, то мясной бульон. С грибами можно овощной бульон добавить. Можно вообще без бульона, в принципе, использовать воду, чтобы сделать основу ризотто бьянко. Ну, бьянко – это по-итальянски белый ризотто. Наше вино уже выпарилось. Мы немножко добавим водички. Пока оно выпаривается, сделаем заготовку на жульен. Жульен у нас из живых используется гребешков. За место кокотницы используем саму раковину. На жульен нам понадобится кабачок, сладкий перец, немного лука. Делаем нарезку кубиком. В принципе, нарезка кубиком, она не сложна, если немножко потренироваться. Аромат непередаваемый.
Как проверить, что ваше ризотто готово? Возьмем одну рисинку и раздавите ее. Если у вас осталось две точки, то ризотто уже готово. Мы добились эффекта белая точка. Ризотто бьянка подготовлено. Теперь мы удаляем коренья, все, что не идет в пищу. Чеснок, все остальное. Нам для этого понадобится пинцет. Эта заготовка прекрасно хранится в холодильнике. Коренья мы поубирали. Теперь нашу основу мы перекладываем в сотейник. Немножко добавляем воды. Добавляем сливок, морской соли, чуть-чуть перчика. Все, заготовочка наша стоит, выпаривается. Для нашего ризотто с морепродуктами понадобится креветочка, кальмар и гребешок парной. При разогреве сковородки добавляем на сковородку немножко соли, оливковое рафинированное масло. Пошел легкий дымок. Для чего нам нужен легкий дымок? Если будет слабо раскаленная сковорода, то продукт прилипнет. Нам нужно, чтобы от нагрева его прям отталкивало. Потихонечку выкладываем морепродукты. Масла много не надо лить, оно нам ни к чему. Кальмар ложится последним. Он самый быстро приготовится, он тоненький. Можно добавить, вы видите, немножко уже колер образовался. Взять чесночок, раздавить ее ладонью. И добавить для аромата. Также, если у вас есть розмарин, можно добавить немножко розмарина. Морепродукты уже стали золотистыми. А теперь в этот момент можно добавить кальмар. Когда наши морепродукты уже почти готовы, мы добавим в конце сливочное масло. Вначале нельзя, потому что оно может сгореть. Наши морепродукты уже почти готовы. Доводим ризотто. Заблаговременно мы приготовили черный рис. Варка черного риса 15-17 минут. Лучше в большом количестве воды его варить. Он даст более яркий цвет, вкус и пикантность. Когда ризотто почти готово, в этот момент можно добавить пармезан, немножко сливочное масло. Вот сыр уже начинает работать. Красота. Сейчас мы его немножко попробуем. Может, что-то надо будет добавить. Сливочный. Немножко соли. Немножко сливок. Выкладываем ризотто. Добавляем наши прекрасные морепродукты. Пармезан. И немножко оливкового масла. И розмарин. Приятного аппетита! В Рэми всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна. И мы начинаем готовить главное блюдо нашей программы. Сегодня мы будем готовить жульен. И перед этим я хочу напомнить, что наш партнер – сеть супермаркетов доступных цен Рэми. И передаю слово нашему повару. Владимир, расскажите нам про блюдо, которое сегодня готовим. И все остальное, собственно. Сегодня мы будем готовить жульен из гребешка нашего вкусного приморского. Запекать мы будем его в створке. Чтобы его открыть и проверить, живой ли он, нужно взять ножичек и аккуратненько легкими, легкими движениями. Нет, он еще живой на самом деле. Легкими движениями подрезать мышцу. О, готово. Посмотрели. А так он выглядит. Прекрасен. Как проверить? Очень просто. Взять просто немножко лимона и чуть-чуть сбрызнуть. Мышцы начинают сокращаться, естественно. То есть продукт свежий. Кто хочет попробовать открыть? Не я. Нет? Костя, давай ты. На самом деле у него нет нервных окончаний, он не испытывает никакой боли. Вы за это не переживайте. Все гуманно.
Костя, давай ты. Только я боль испытываю. Ну, давайте. Да. Только Таня со своими зелеными русалочьими убеждениями. Гребешочек. Вот так. Моя первая гребешковая казнь. Что, серьезно? Ой, ну что-то происходит. Я не уверен, что это... Ну, у вас оригинальный метод открывания пойдет. Даже лучше, чем у меня, мне кажется. Угу. Прекрасно. Прекрасно. Я бы не сказал, что это лучшее, что было в моей жизни, но... Но у тебя получилось. Владимир, ну, насколько мне известно, жульен – это блюдо французское. Французская кухня у нас а-ля жульен. Объясняю, почему. Классический жульен, у него и форма нарезки немножко другая. Там идет форма нарезки соломка, а у нас будет кубик. А у нас такой дальневосточный. У нас дальневосточный, да. У нас он будет из цукини со сладким перцем, немного лука, сливки. Ну, все вкусненькое по-домашнему. А вот что можно оставлять, а что нельзя? Расскажите, пожалуйста. В принципе, едят чистый белок. Больше здесь... Кто-то есть мантию... Меньше. Нет, мантию можно есть, но она жестковатая. На любителя. То есть все, что вот это темное, это категорически, да, категорически убирается. Вот эти длинные можно есть штуки. Угу. Сейчас мы отделим гребешок, я так понимаю. Да, и ракушки его мы оставляем, да, наверное? Мы одну часть оставляем, другую выкидываем. Очень удобная штука — фольга. Нужно достичь вот такого кубика. Здесь. Пожалуйста, все в ваших руках. Я буду долго делать это. Не вопрос. Вот смотрите. Не надо кругленько делать. Возьмите длину. Вот потихонечку поставили палец, придержали. И потихоньку, вот, произвольно. Не, ну у вас получается вообще хорошо, качественно. Вы прям, вы не повар случайно? Чего вы это? Я? Ой-ой-ой-ой, я видел такое в интернете. Вот так вот нарезающие, да, только там с закрытыми глазами. А так я же на вас смотрю. А, точно. Я так понимаю, вы сравнительно недавно ведете вместе утреннее шоу на радио «Лима». Мы, в принципе, недавно на радио. Недавно на радио. Новая кровь, молодая, ну, как новый рэп. Ну, делитесь впечатлениями, как сработались, были ли уже какие-то интересные случаи. Ну, Таня, конечно, меня бесит, естественно. Конечно. Взаимно. Приходишь, он там орет просто в микрофон. Во-первых, я из-за нее вынужден вставать в 6 утра. Вы знаете, как это не очень? В 6, я думала раньше. Нет, ну что, я же не требуется мне привести себя в порядок, сделать волосы зелеными. Никому и не требуется, потому что тебя не видно, и меня тоже. Да, поэтому в чем плюс радио? Ты как встал, так и пришел. То есть вот в чем этот секрет того, что люди все-таки просыпаются на утреннее шоу. Потому что они чувствуют, что там на другом конце провода такие же люди, с таким же опухшим лицом. Слушают их. Да. А я еще иногда прихожу с хрипотцой в голосе и становится вообще... Единственное, что у Тани голос чарующий. Таня? Вот, и поэтому мы, да, уже месяца три как вместе орем на людей за деньги. Ну, мы Костю дадим сладкий перец. Давай. Сладкий. Такой же сладкий, как и голос Татьяны в утреннем эфире шоу «Лимонад» на радио «Лем». Константин, вы... Переигрывать, режь. Я понял. Вы умеете чистить правильно? Нет, я могу продемонстрировать. Я могу, как могу. Я, вообще, все, что я делаю на кухне, все, как правило, хорошо, неправильно. По крайней мере, так говорит моя жена. Поэтому... Значит, делай наоборот сейчас. Ну, делай, вот как так, ты вау, знаешь. Вот так, вау, вот так, вау. Вот так, вау. Как подсказывает сердце, да? Так. О! Теперь, скорее всего, выковыриваю все, что было лишним для меня. И, возможно, это будет... Соу-соу. Что так весь напрягся и сжался? Ну, потому что я делаю что-то. Это моя первая операция на открытом перце. Ты только что гребешок вспорол. Что может быть страшнее? А эти штучки? Эти штучки для вкуса, Тата. Кстати, Таню, Таню принято называть Татой. Я не знаю почему, возможно, она букву «Н» просто плохо произносит. Как прошел ваш дебютный эфир? Волнительно, я полагаю? Ну, я-то пришла пораньше, так что... Я не волновала. Первый эфир, как и все остальные, прошли. И слава на то Господу. Так, все ли я сделал? Ну, в принципе, все. Ну, нарезочку показать. Придется заменить. Спасибо, Константин. Мы вам перезвоним. Давайте я немножко подправлю здесь, а вы порежете. Да, такое себе, конечно, я устроил. Нормально. Все хорошо. Это первый человек, который режет сразу в ведро, в мусорное. Без каких-то дополнительных попыток. Вот, и утреннее шоу, значит, началось. Захожу я, сидит Тата, волосы зеленые, улыбка шикарная. Прекрасно. И я решил, что да, мы будем работать командой. Ты решил.
За все. Нет, не я решил, редактор решил, что ну уже кого-то другого искать нет времени. Так и говори. Оставайтесь. Уже 6.45. Уже 6.45, мы, конечно, могли бы посмотреть еще классных людей. Кто хочет поплакать? Я. Прекрасно. Лучок. Какой инициативный. Золотая луковица. Да. Я думал, вы начнете после этого рассказывать о бесперспективности семейных отношений в 2020-м. Вот так лучок делаем. Кто не умеет, в принципе, резать кубиком, можно просто не до конца дорезать. И все. До конца дорезать. Чуть-чуть не дорезал. А вот теперь вам спокойненько, вот попробуйте. Очень удобно. Она не развалится. Да, не до... В смысле, не до конца дорезаешь, она не разваливается? Конечно. Я 36 лет совершал эту ошибку каждый божий день. Видишь, как полезно прийти к нам на программу? Не развалилась. Не развалилась. Не, ну шикарно. И смотрите, как ровненько. Лучок идеальными кубиками. Кубиками, которые были когда-то у меня на прессе. Нам больше не надо лука, хватит. Дальше не надо. А он вошел... Значит, я сам решаю, сколько надо, сколько... Да, нам этого хватит. Теперь что нам нужно? Нужна сковородочка. Сковородочка. А я думала, жульен запекается. Мы все покажем. Это же дальневосточный жульен. Господи. Если нету печи для запекания. Итак, 3 месяца вы в эфире. 3 месяца уже у нас. Какой самый необычный гость за это время у вас был? Или гости? А. Это экстрасенс. К нам приходил экстрасенс. Вот это вообще интересно. И он заходил, он ко мне приходил, потому что... А, ты пропустила это, да? Тата просто очень скептически настроена, поэтому сказал, я не пойду. И он приходил, рассказывал о своих магических способностях. Он, знаете, как вот есть в интернет-персонаж известный Сергей Бадюк, который мастер спорта по всем видам спорта. Вот он тоже по всем элементам магических школ. Он, я могу, боевой магией владею. Я делаю наговоры, приговоры, заговоры, все делаю. Снимаю порчу, общаюсь с духами, вижу через стены. Он все делает, все делает. Вот. И нам звонили люди, естественно. Да. И они, естественно, с проблемами, а он прям в образ входил и говорил, я чувствую, что в стене, у вас в стене полость. И оттуда, точно, у нас полость в стене. Да, я вот посмотрите там, постучите, я чувствую, что в вашем доме был ремонт, да? Да, был ремонт. Но ремонт нужен не только физически. Вам нужен ментальный ремонт. Сейчас вы положите трубку, и я с вами переговорю на предмет того, когда мы сможем с вами провести это мероприятие. И все люди такие, о, ну классно. Оно такое прям, такой торжественный. Классно. Ну, я так понимаю, в студии мистики не произошло. Нет, к нам подошла женщина. Я думал, что мы-то, у людей внутри шоу-бизнеса, как бы понимаем, что все это, ну, естественно, ну, это элемент все... Шоу. Элемент шоу, конечно же. И я не думал, что кто-то из нашей, всей нашей огромной студии поверит. В итоге, посреди этого самого разговора, к нам в студию вырывается наша же сотрудница, не буду называть ее имя, потому что не помню. Вот у меня начинает задавать вопрос, серьезно? Серьезно? Серьезно вы? И он такой, я сейчас в нересурсном состоянии. И я начал использовать это слово. Когда ты просто не в курсе, ты говоришь, сейчас я в нересурсном состоянии, подойдите попозже. Он такой, спасибо, я вам позвоню. Гребешок я зачистил раковины. Подготовленные овощи. В принципе, мы сейчас их обжариваем. У нас индукционная печь, она очень быстро греет. То есть включил, нажал. Это вообще волшебное изобретение, индукционная печь. Маслица оливковая, рафинированная. Не рафинированная, только для салатов. Экстра вирджин не надо. Понял? Экстра вирджин? Запомни. Экстра вирджин. Немножко соли. Можно в начале, можно в конце. Пока все подогревается. Тут мы нарежем. Можно кубиком, можно... Ну, красивенько гребешочек, ничего сложного нет. То есть достаточно мелко режем? Да, мелко. Все, что хаотично для вас не сложно. Все было кубиками, а это нет. Вы хотите, чтобы я порезал кубиками? Могу сделать кубик. Просто все, что для вас не сложно, для нас фокусы какие-то прям. Магия. Полость делает, стене, как, вот, как в интернете. Вот эти вот повара известные в интернете. Вот. Ой, я умею так блин делать. Давай, пробуй. Я умею так, но потом приходится мыть кухню. Так умеете. Мы немножко добавим еще гребешка. Блюдо становится полегче, соответственно. И по калориям, и по объему. Были ли на кухне ситуации? Ну, когда вот так делаешь, оно все раз и... А, разлетелось? Конечно же. Ну, прям таких ситуаций не было. Ну, есть специально обученные люди, уберут, которые... ничего страшного. А, я думал, что которые доедают потом. Нет, таких нет. Владимир, как долго нужно обжаривать овощи? Нам не нужно делать прям сильно пассеровать их. Ну, то есть они... Альденто немножко... Привет. Из серии как на воки, да, нужно, чтобы они... Как на воки, ну, чтобы они слегка... Немножко... Нет? Сейчас объясню. Вот оно уже готово. То есть мы уже можем добавлять гребешок. Его тоже
долго не готовят. Ну, то есть спокойненько взяли. После того, как слово альдента вошло в обиход, я из кухонного неумехи превратился в ценителя. У тебя все альдента теперь. У меня все альдента, в принципе. Жизнь моя тоже альдента. Недожаренная. Владимир, по времени можете сориентировать, сколько приблизительно необходимо обжаривать овощи? Морепродукты готовятся очень быстро. Он прям вот, он уже готов, его уже можно есть. Его а сыры можно есть. Овощи? Да. До них овощи, сыры. Сколько мы обжариваем? Да не ела. Если у вас есть индукция, то буквально 2 минуты. Потому что мы будем сейчас это все затягивать сливками. Это будет все вкусно, мощно, сочно. Затягивать сливками. Костя, ты будешь затягивать сливками? Я затягивать сливками буду. Немножко столового сухого вина. Алкоголь вымаривается, а вкус остается. Да, аромат. Вкус остается. Но еще, на самом деле, вот она же кислая среда. Когда добавляете сливки, сливки быстрее затягивают. Если плохо выпарите вино, сливки могут свернуться. То есть, как понять, что оно выпарено? И выпарено? Вот оно говорит, что уже все выпарено. А, да? Зашипело. По аромату? Да. Все, добавляем сливочки. Можно включить посильнее, чтобы нам надо это все быстро выпарить, чтобы сам гребешок оставался нежным. Ну, в сливках он, в принципе... В общем, здесь еще важный нюанс – не перепарить это все дело, да? Да. Видите, в принципе, все просто. То есть можно с закрытыми глазами все делать, это проблем никаких нет. Тут и резать можно с закрытыми. Ну, и резать можно, да. Можно говорить. Если это Владимир, то да. Все вот, буквально чуть-чуть. Знаете, зачем дырочка на сковородке? Ложку вставлять. Ложку вставлять, правильно. Чтобы не пачкать ничего. Недавно прочла это в интернете. На самом деле, как, если в хорошем жульене ложка и без дырочки будет стоять. Это, конечно, не сметана, но тем не менее. Вот обычно, знаете, в чем прикол? Когда готовит шеф, он вроде делает то же самое, что ты. Но у тебя получается, извините, месиво, а у него жульен. Да. Вот такая вот странная штука. Это какая-то магия поварская, поварская. Теперь опять же используем фольгу, извините. Это профессионализм. А, это из-за использования фольги. Да. А можно вместо фольги золотинки от шоколадки использовать? Попробуйте. Я знаю, что каждый из нас сегодня принесет домой на кухню. Фольгу, наверное. Да. Ну да, я согласна, что интервью вообще такая интересная штука. Люди все абсолютно разные. Разная энергетика у всех абсолютно. Обмен идет, да. Таня, а как ты вот считаешь, как тебе комфортно со всеми гостями или сложно бывает найти общий? Мне по большей части сложно, конечно, но я стараюсь. Фишка в том, что я прописываю вопросы, я готовлюсь к эфиру. Вот. А потом приходит Костя и такой: а, пофиг на вопросы, давайте я вот это вот поспрашиваю, вот это вот, вот это вот. Тебе это, и мне грустно. Подайте перчаточки, пожалуйста. Готовилась, готовилась, да? А мы будем все выкладывать в раковину. Если у вас нет печи, и вы это все делаете, естественно, не на костре, то можно обработать раковину газовой горелкой. А если бы я все делал, то пришлось бы выкладывать в другую раковину. Просушить ее нужно. Она не треснет. Тут все хорошо, крепко, мощно. Опять же, фольга не даст сгореть в вашей доске. Главное, чтобы... Да. Страшно? Ничего страшного. А типа все безопасно будет, то не страшно. Все так говорят. Нет, почему он загорается? Это же все-таки, это же просто гребешок с лимоном. Это бывает. Не будет. А вы жжете, Владимир. Итак, Таня, расскажи нам. Что? Вот зачем тебе радио? Ты же могла со своими талантами пойти, допустим, в парикмахер. Я думал, все-таки в кулинарию к нам. Ну, просто есть ряд девчонок, которые в Инстаграме очень популярными становятся из-за цвета волос яркого. Ну, и они, как правило, потом предлагают эти волосы покрасить за деньги. Какая-то у тебя логика интересная. Да, да. Ну, ладно, продолжай свою мысль. Вот, я, да, и просто... А, ты ее окончил. Это не связанная речь просто. Не, бывает такая ситуация, когда надо что-то говорить, это же часто на радио происходит, и это могут слушатели наши заметить очень часто. Когда ты говоришь просто, чтобы начать говорить, а потом уже где-то в середине своего разговора, по составу слов, которые ты сказал до этого, ты решаешь, чем же закончить. И вообще, на какую тему задать вопрос. Иногда бывает, человек стоит, и я такой, не думая о том, что я хочу спросить, приходится говорить: Владимир, вот скажите, пожалуйста, когда вы пришли в кулинарию впервые?
Мне было 6 лет. Нет, подождите, а тут я должен еще доспросить. И тут я такой, в этот момент я такой... Потому что готовиться нужно к интервью. Может быть, секрет в том, что Таня готовится, а ты нет? Таня готовится отлично, особенно Аня. Но сегодня готовится Жульен. Давайте... Да, давайте все-таки продолжим Жульен. Когда сливки выпарились, нельзя сильно перепаривать, потому что он может сливки отсечься, так называемое. То есть масло уйдет в сторонку. У нас ничего не отсеклось, то есть все идеально. Масло не отсеклось. Теперь, кто хочет выложить? Я. Прекрасно. О, давайте, да. Ваша задача выложить все в центр. Все? Ну, разделить головой, это глазами приблизительно на три части. И выложить, да, да, горочки сюда все выложить, а мы дальше продолжим. Все-таки Таня не выдержит и выложит все-таки. Инстаграмщица. Парикмахер. Визажист, да? Шикарно у тебя получается. Ты прям все выкладываешь божественно. Да. Белиссимо. Главное, нацию. Распределите все, чтобы было. Ты забыл сказать альденто. Альденто. А как правильно? Альденто? Я был в Италии, да? Я нет. Печально. Так, это сейчас все не влезет. Вот. Теперь сюда все. Угу. Интересно, как вы оцениваете Танин IQ, если из двух наполненных вы сказали и вот сюда еще? Сейчас такая пауза, я думаю, были выборы другие. Что-то, может, пошло не так. Она при этом такая, что? И на стол выкладывает. Ты смотри, а то тебе еще это есть, а Таня тебе сейчас что-нибудь туда подложит уже скоро, мне кажется. Кажется, я не рассчитал. Вот сюда. Сюда все-таки? Владимир, ничего, когда ничего, вы решили, что вам мало просто прозябать на кухне, и вы хотите стать кухонным блогером, экспертом кулинарии для телеэкрана? Когда я так решил? Я думаю, сегодня. Просто вы так органично смотритесь, как будто бы не в первый раз. Нет, ну... Совершенно случайно. Прихожу Жульен поготовить. Люди какие-то задают вопросы. Ну что? Так, теперь смотрите. Берем пармезан. У нас уже он тертый. Все просто. Тертый пармезан. Посмотрели все, все ровненько, все. Все Татьяна сделала хорошо. Хоть ты, Костя, сомневался. Не, ну все, я не выровняли, сомневался, потому что когда чтобы все было за дело взялся профессионал. Одинаково. Ага. Вот так вот. Вкусно, мощно, сочно. Так, теперь выкинули ложечку. Татьяна, стойте, спокойно. Не надо, я сам. Все будет хорошо. Теперь сырок. Сырок. Горочка. Меня жена постоянно ругает меня за то, что я покупаю не тот пармезан, понимаете? А есть, оказывается, тот пармезан. Есть, тот, конечно. А есть не тот. А есть какой ты покупал? Какой-то пармезан с нитратами, который сразу купил, и ты автоматически не очень хороший муж. Угу. Этот это нормально. Нитратов, я надеюсь. Этот прекрасный сыр. Вот Владимир наверняка не испытывает таких проблем в семейном быту, как я. Слушай, ну ты там сегодня... жена испытывает. У меня тоже жена очень любит пармезан. Ты сегодня всему научился, ты теперь тоже не будешь испытывать этих проблем. Нет, вообще тяжело, наверное, быть супругой шефа, правильно? То есть ты как минимум, что бы ни приготовила, это... Ну так, ты знаешь, я тебе сейчас открою маленькую тайну. Мы очень часто на программе задаем шеф-поварам этот вопрос, да, вот, а вы дома готовите, наверное. Знаешь, что отвечают обычно? Я люблю обычную, самую простую пищу. Обратите внимание, пламя не надо подносить. Вот потихонечку, легкими движениями. Если у вас нет печи, мы сделаем сырную корочку с помощью газовой горелочки. Подождите, а в микроволновке это мовитон, да? Вот это сделать? В микроволновке будет хороший, классный взрыв. Потом вы будете классно мыть в микроволновке. Ну, просто я салаты разогревал в микроволновке. Потому что тут белковый продукт, ну, палтус, рыбу кто-нибудь грел. Да, она сразу взрываться начинает. Да? Угу. А как же, подожди, стойте, я разогреваю белковую еду, сосиски, и они не взрываются. Вы считаете, сосиски это белковая еда? А кура? То есть я, получается, еще и веган? Дело на самом деле такое щепетильное, чтобы не спалить сырок, чтобы вот он растекся качественно. Вот, кстати, отлично. Когда я слышу «сырок растекся качественно», я вспоминаю своего друга-барабанщика по фамилии Сырок, и он иногда растекается качественно. Растекся качественно сырок. Теперь. А если бы мы готовили это в духовке, какое время нам потребовалось бы на запекание? Рассказываю. Очень все быстро и просто. Можно 180 поставить, 5 минуток вполне хватит. Но все равно газовая горелочка, чтобы...
Корочка была гриля, да, немножко, такой? Да, немножко так вот. Вообще я мало представляю, значит, такую среднестатистическую кормящую мать с газовой горелочкой на кухне. В одной руке ребенок, в другой руке газовая горелочка. У меня, кстати, жена прекрасно справляется с газовой горелочкой. Такая и жульен приготовила, и сына подстригла. Ну, в принципе, наш жульен готов. Теперь мы его немножко украсим лимончиком. Собираюсь на вечеринку. Опять фольга. Опять фольга. Вообще фольга жжет. Еще можно вот так сделать. Берешь. И еще можно вот так сделать? Да, вот так вот берешь, вот так просто. И выбросить. Все, выбросить и вот так вот. Оп. И все чисто. Лайфхак номер чудо. Два. Ну, в принципе, все у нас готово. Вкусно, по-домашнему. Вот так вот сделаем на оформление лимончик. Кто-то любит, кто-то нет. Раз, два и три. Я аплодирую стоя. Ну, потому что я веду стоя. Подожди, надо еще попробовать, конечно. Бон аппетит. Мы сейчас будем пробовать. Я уверен, в таких ситуациях можно даже не пробовать. Ну, я тоже уверена, но тем не менее, надо просто предлагаю это сделать. В Рэми всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодно. Ребят, очень удобно. Взяли створочку и спокойно кушайте, как на тарелочке. Давай, приступай. Она не горячая, не бойтесь. Она уже остыла, все хорошо. О, белиссимо, брего. Gracias. Я не знаю, что говорить в этих ситуациях. Вообще-то надо по-французски, по-моему. А жульен – это французское блюдо, да? Это французская кухня, но мы у нас а-ля жульен. Говорим. Потому что а-ля. Да, на наш. Лад. Очень вкусно. Это прям в смысле жульен с гребешком, перцем и луком. Французское блюдо. И он заплавлен сыром. Мы продолжаем доедать наш чудесный жульен. Всем огромное спасибо. Владимир, вам отдельное спасибо за такое спасибо. Вкусное блюдо и чудесный рецепт. А я напоминаю, что это была программа «8 вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. До скорой встречи!